Доброго времени суток партнерам и подписчикам моего канала. С вами, как всегда, Михаил Александров. И сделаем очередной обзор буксов, в которых я зарабатываю деньги. Сегодня 25 декабря 2016 года. Первый у нас будет Scarlett Clicks. Я здесь набрал 1000 активных рефералов и потихоньку пополняю свой баланс. Рефералов я еще не продлевал, у меня до продления минимум осталось 15 дней. В предыдущих роликах я рассказывал то, что я буду продлевать рефералов, у которых АВГ не ниже 5,5. Ну, буду стараться, чем выше, тем лучше. То есть, если реферал, вот, к примеру, 6,9, 6,8, то я, конечно, выделю и буду продлевать их на 30 дней. Соответственно, у кого АВГ меньше 5,5, то есть, вот, к примеру, вот эта партия, я их продлевать не буду. Они уйдут сами, и я просто в следующий раз во вкладке Rent Referrals куплю еще. И так у меня будет отсортированных 1000 рефералов, которых я буду зарабатывать чистыми в день до 1,5 доллара. То есть максимум в месяц где-то около 30 до 50 долларов, в зависимости от того, как у меня будут кликать рефералы. Ну, посмотрим на статистику. Вот вчера 5,8, 5,9, то есть АВГ более-менее начал стабилизироваться. Я сделал рецикл рефералов. Что значит рецикл? Я выбрал рефералов с наинизшим АВГ и тупо выделил их вот галочкой. Попробовал, какие же мне рефералы попадутся. И просто нажал I want recycle them. И они у меня как бы поменялись. Ну, в принципе, пока еще не сильно заметно. Но я думаю, через некоторое время, может быть, статистика стабилизируется. И мы увидим уже более подробную картину. Что касается заработка, сейчас у меня, ну вот, около 5,50 долларов в день без продления. Если я буду включать автопэй, автопэй мы будем включать после того, как отсортируем рефералы, и во вкладке Rented Referrals я нажму вот здесь галочку. И у меня будет реферал кликнул, на один день продлился. Если считать автопэй, то автопэй будет стоить 4,60 доллара для 1000 рефералов. То есть, к примеру, возьмем 5,9 АВГ, отнимем 4,6. Доллар 10 я заработаю чистыми в день. То есть те деньги, которые я смогу вывести. И потом мы эту сумму умножим на 30 дней. 34 доллара с АВГ 5,96 я буду иметь. Соответственно, если у меня будет, к примеру, 6,3 АВГ, соответственно, будет увеличен мой заработок. Ну, я думаю, что от 30 до 50 долларов здесь можно зарабатывать. Поэтому потихоньку развиваюсь. Думаю, к концу января, началу февраля начать выводить уже активно средства с этого букса. Далее, GPT Planet. Здесь статистика немножко поменьше. Ну и букс менее доходный, чем Scarlett Clicks. Ну, все же. Я здесь набрал 500 рефералов. Потихоньку они у меня тоже начинают кликать, раскликиваются. Сначала более-менее так ровненько было, а вот вчера 3321 они сделали клик. Ну, то есть заработали 3 доллара чистыми. АВГ 6,64, я не знаю, из-за чего такой скачок. Если, конечно, будет такой АВГ, то около 60 долларов в месяц можно будет зарабатывать с 1000 рефералов. Ну, я думаю, что там, может быть, произошел какой-то небольшой сбой или что-то еще. Также я вот сделал рецикл рефералов GPT Planet, попробовал. Посмотрел то, что мне рефералы достались еще более лучше, чем были. Вот, к примеру, реферал Science, это вкладка, которую вот я 24 числа заменял. И вот мне поприходили рефералы вот 5,6 АВГ, 4,4. Этот вообще и этот хреновый попался. Ну, как бы еще есть время. Я думаю, что может быть они раскликиваются. И потом, если все-таки рецикл не будет помогать, я просто их отпущу.
продлевать их не буду. Короче, будем смотреть по статистике. Ну, в принципе, здесь тоже все стабильно. Ровно буду набирать до 1000 рефералов. Реинвестировать с баланса. Вот уже баланс у меня 5, здесь 1 доллар 6. И буду покупать рефералов. Далее, BooksClickStereo. Здесь я купил месячный апгрейд за 5 долларов. Хочу набрать активных 300 рефералов. И потом, вот этот мой апгрейд. Активных 300 рефералов. И потом перейти на месячный апгрейд за 21 доллар. И набрать здесь 800 рефералов. Что касается статистики. Здесь арендовать рефералов можно раз в 7 дней. Что касается статистики. То спад, то приплыв, то спад, то приплыв. Ну, в среднем, я думаю, 874 клика для 150 рефералов. Раз в 7 дней я нажимаю Rent Referrals и арендую просто пока месть рефералов. Набираю и потом буду заниматься их сортировкой. Что касается прибыльности, ну, также делаю рецикл плохих рефералов. И, в принципе, чистыми в день без продления 70 центов. АВГ то 7, то 5,4, то 7, то 5,8. Где-то около шестерки, я думаю, средний выйдет АВГ. Следующий бук кликбук. Здесь более-менее стабильно. Я здесь уже включил автопей. Вот смотрите, он у меня включен. То есть реферал кликнул, на день продлилось. Вот по АВГ рефералы вообще с АВГ 3.2 до тройки. Это вообще бомбовые рефералы. Они в два раза больше прибыли приносят, чем минимальный. Но вот смотрите, у меня где-то около... Вот это тут еще прибыльный реферал. А вот эти вот уже не прибыльные. Ну, я их не буду просто продлевать. Завтра у меня заканчивается апгрейд. У меня здесь активных 300 рефералов. Я буду покупать завтра апгрейд за 19 долларов. И набирать, как в буксе Кликстерия, 800 рефералов. Соответственно, заниматься их сортировкой. И потом уже выводить чистую прибыль. Вот я уже насобирал на балансе 35 долларов. Мои вложения в этот бук составили 55 долларов. То есть мне еще 20 долларов я как бы... вывел их. Ну, я их собираюсь складывать и далее, так как букс более-менее стабильный. Вот смотрите по кликам. Вот. Все, в принципе, хорошо. И вот деньги автопэй снимаются. Как бы 1,5 долларов. Если смотреть на этом апгрейде, то в день выходит от 51 до 38 центов. То есть чистая прибыль. С учетом вычетом апгрейда и автопэй. То есть если за 30 дней, к примеру, 40 центов. То есть мы 30 умножаем на 0,4. 12 долларов чистыми в месяц на этом апгрейде мы можем иметь. Ну если заняться сортировкой рефералов, я думаю, до 15-16 долларов с этого букса мы спокойно будем выводить. Я завтра буду покупать апгрейд и повышать количество рефералов до 800. Плохо, что здесь покупка всего лишь по 100 рефералов. Но через 2 месяца, я думаю, выйду уже на заработок и буду показывать, сколько у меня выходит чистыми в день. Так что, если вам интересно, подписывайтесь на мой канал. Я буду делать обзоры на буксы. И моя статистика заработков будет более детальная и понятная. Пишите комментарии и ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.